Так, у нас что-то уже пошли, видать. Да, все видно. Надеюсь. Так. Главное нам здесь свалить. Так, вот. Идем мы сюда. Значит, там можно еще, конечно, но я думаю, это не важно. Так, сразу берем мы, значит, коктейль Молотова. Нас стреляет там, ладно. Попал там меня уже. Так, берем наш СВД и начинаем уже готовимся стрелять наших врагов. Так, надеюсь, они где-то здесь будут пробегать, ну или хотя бы не пробегать, может что-то они будут делать. Тут мы можем использовать штуки. Давайте используем. Хотя зачем она нужна, хрен. Вот. Одного уже слил. Так. Я не понимаю, где они находятся. Не пытается что-то меня пострелять. Получает. Вот. Значит, вот. Одного. Вот. Второго. Третий. Так. Давай. Я его не слил. Так. Давайте тогда возьмем вот это вот, снайперскую винтовку уже. Она по-другому стреляет, но смысл будет принять, потому что здесь не умеет стрелять. Хэдшот. Извиняюсь, не попал. Конечно, вот. Хэдшот. Не совсем хэдшот. Все будет понятно. Здесь главная реакция и спавы палить. Так, теперь берем, чтобы он не было, кидаем сюда. Так, смотрите, как весело там стало. Так, давайте, я не знаю, что возьмем, давайте опять то, что у нас и было. Также можно взять, давайте возьмем гранату, давайте используем гранаты. Так, три гранатки прокинем. Вот, они уже на стали взрываться у нас. Так. Смотрите, видят то, что я их палю. Как вы видите. Так. Ладно. Здесь у нас есть никого. Так. Еще накидаю. Так. Так. Так, ладно, сейчас мы продолжим уже. Только немного уже по-другому все. Уже без веб-камеры. Продолжаем. Значит, чё? Так, леса. Продолжаем. Так. Здесь. Как такое? Я дострелил, смысл понятно. Если я буду стрелять, наверное, вам будет все видно. Так, так. Смотри, как он сейчас взрывается. Смотри, гранаты летят. Все, пипец. Так, все, он летел. Все. Так. Что дальше? Значит, штуку. Хотя можно было сделать по-другому, но это место самое такое. Попробуем перепутать. Нет, у меня не получилось. Давайте жмем 30 еще раз. Нажмем. Нет, у меня не получилось. Так. Где там? Штука наша. Нет, я что-то на нее попасть. Как? Почему я попасть? Я пытаюсь в нее попасть, но что-то не получается. Вот! Я на этой штуке. Вот. Только там еще есть. Еще прикольное место есть. Немного покруче. Чем было. Вот. Где? Так. Так, как же
сюда попасть. А, я слетел я. Понятно. Так. Так, нам нужно всего лишь чуть-чуть. Сюда. Да, почему-то постоянно слетает. То есть у меня не получается как-то. Вот. Ну, почти. То есть у меня не получается именно на эту штуку попасть. Я пытаюсь, но у меня не получается. Вот. Ладно, пойдем мочить гадов. Так. Это самый крутой момент. Так. Так. Пауза. Вот видим, как мы уже пытаемся их всех убить. Еще один прыжок, наверное, хватит. Так. Сейчас взорвутся еще эти штуки. Почему же я его убить-то не могу, я не понимаю. Так, берем наш вот эту штуку. Даже без прицела можно так. Полить, как-то пытаться. Нажимаем одновременно вот это и вот это. Нет, не получилось, извиняюсь. Так, еще раз проверяем. Раз. Я все никак попасть не могу. Во! Идеально. Хедшот. Опа. Двоих. О, еще, кстати, вот так вот можно сделать. Так, вот так вот. Делайте. Вот так вот. Вот. Идеально. Смотрите. Прямо смотрите, он ему прям стреляет в него и попадает. Так. Значит, берем теперь MP5. Начинаем как-то бегать. Другом немного. Пробегаем дальше. Еще одного. Изредка.
Так можно долго прям прикалываться. Потому что они в вас не попадут, если вы с ним опять бегаете. Довольно таки хорошее оружие. Так, опять. Не знаю, почему некоторым не нравится у нас Queen 2 именно это оружие. По мне так оно в замедлении оно лучше сделано. Так что можно подождать пока. Качаемся. Мочим. Так, оббегаем, берем, например. Также есть еще калаш. Это тоже хорошо проработан, то есть так хорошо будет здесь побегать. Одного, второго. 11 минут уже. Так. Давайте найдем секретные места, что ли. Если точно не должно быть. Так, калаш мне что-то надоел уже. Обычно. Видите, они стали уже с калашами, стали какие-то сложнее, так что берем молотовые, берем гремы и go в бой. Берем сюда, стрел сюда ставим и сюда. Зачем стену, я вам потом расскажу. Как потом? Я могу еще раз сказать, потому что там спавнится этот бот, и мы его сразу можем убить. Так. На тебе. Прямо в тебе. На. Так. Энгремы хороши тем, то что они перезаряжаются немного по-другому, и поэтому с ними проще. Так. Так. Так, интересно, убил? Да, убил. 15 минут. Так. Вот так вот бегать, 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 бегать. Что-то с ними делать, пытаться их как-то убить всех. Чё, офигели все? Я вас всех здесь убью. Я же самый крутой, я же Макс Пейн, а вы никто. Кстати, вот эта штука лучше. Перезарядка долгая, смотри. О, охренеть, как круто получилось. Именно в этом, в трех этих молотах, это вообще... Одного, второго можно убить сразу. Третьего. Перезарядка. Нас пока что никто не ранил. И начинаем сразу же, опа, одного, второго, например, там кому-нибудь еще, пытаться как-нибудь сделать как-то. Так, супер боец. Давайте до 18 минут я продержусь пока. Наверное, на это надо заканчивать нашу миссию лесов. Макс Пейн 2. Давайте еще джампы попробуем сделать. Может, я что-то там пропустил. Я же вначале показывал вам, но потом что-то такое было. Так. Я не смог попасть сюда. Хотя сюда я попасть отлично как могу. Именно вот сюда. Самое такое прикольное место. Но сюда вот попасть на эту штуку я не могу почему-то. Хотя она... Это объект. То есть я... Вообще я могу попасть на него. Я уже пробовал. Но почему-то нет. Давайте вот еще раз постреляем. Вот несколько минут еще есть. Давайте просто из снайперки постреляем. Попробуем как-то это сделать. Все так. Снайперка. Опа. Идеально. А, не, не убил. Давай, хедшот. Хедшот. Охрененно. Давайте троих убьем. Пока время есть. Потом будем опять с эмкой бегать. Так. Тихо, тихо. Вот он. Побежал. Ты... Ты
Куда побежал? Эй. Давай, давай, опа. Его уже попал. Опа, еще. Опа. Чего так? Охренеть. Ну что вы, блин? Да ладно. Нет, еще не убил? Да ладно. Ладно, М-ка. Все, вроде мест других нету. Давайте спрыгнем опять. В замедленном действии. И попытаемся их всех. Так. Сразу всех убил. Здесь все появится еще один. Потому что у них другой свет. Офигеть, сколько калашей мы можем здесь подобрать. Да, мы можем их всех подобрать. Тут просто офигенные сколько калашей. Все, 30 секунд, ребята. И, в общем, мы заканчиваем на 18 минуте. Я вам уже говорил это. Что давайте мы самое крутое, наверное, это сделаем. Смогу, не успею. И, наверное, надо нам уже заканчивать. Так, здесь еще Златас. На. Хэш. Целый магазин. Все, ребят, мы заканчиваем. Я выхожу. Так, назад. В общем, это все.